Всем привет, ребятушки! Меня зовут Сергей, это канал Angry Fox Game, и сегодня мы заценим такую игрушенцию под названием M.O. Estrey. Estrey, как-то так. Это значит у нас экшен, инди, приключения, мясо, насилие, что-то такое. В общем, вышло 25 октября 2019 года, что важно. Пишут про нее, значит, это головоломка с пиксельной графикой и поперечным движением. Главный герой М.О. обладает особыми способностями. С помощью прыжков, прилипаний и других способностей он проходит сквозь фантастические и хаотических врагов. И все такое, значит, еще. Так, еще пишут, что есть награды у этой игрушенцы. Золотая премия за экшен-игры 16-го года. Лучший выбор на конкурсе цифрового контента 4C 16-го года. Серебряная награда за интерактивные технологии, игровой дизайн. Тра-та-та. Короче, много наград каких-то. Давайте глянем. Я ее разочек уже запускал, и она на английском языке, поэтому... давайте изи. Она на английском языке, поэтому именно поэтому я ее не буду проходить, а просто мы ее глянем буквально минуточек на эдак 30-40. Посмотрим, что это такое. Говорят, что тут, мол, типа... очень необычное такое управленнице. Так, а тут, кстати, у нас опции, контроль. Стой. А я могу посмотреть? Нет, клавиатурку. Клавиатурки тут нема, да? Ладно, давайте попробуем. По-моему, SVW это у нас... Понятно. Играем мы вроде то ли за капельку какую-то, то ли за слизь какую-то, то ли за слизняка, как-то его типа так называют. Я бежал что-то от времени. Что-то там, что-то, в общем. Ага. В любой непонятной ситуации говорите, ага, да-да-да. This is going to be the throw run yet? Все поняли? Ох, английский, блядь, что ж я его не учил вовремя? Да, русификатор я глянул буквально, вот пробежался чисто по сайтам, ничего пока не нашел. Что-то про воспоминания. Кликни и держи, чтобы, типа, чтобы передвигаться, да? А, то есть мы можем контролировать. Ага. Все понял. Так, ладно. Чё? Типа он растет или что-то типа того? Ага, мы можем типа прилипать к стенам. Все понятненько. Как-то немножечко уныло это все выглядит. На мой взгляд, опять же. Или это, возможно, обучалка, или что-то типа того. Иди ко мне. Помоги мне, что-то типа того. То ли нас зовут, то ли я зову.
Это твоя единственная миссия, и это... Риасон, you were born. Место, где ты родился? Что-то типа того. Глава первая. Бирс. The Бирс. Я бы вам с удовольствием перевел, но... Ага, значит, малыш из пробирки. Эй, hey, little guy. You're finally up. You had a warning to... Слава богу, ты в порядке. Что-то типа того. Так, ладно. Ну вот это уже, кстати, не поуныли. А то вот да, я думал, что игра будет. Да, слушайте, ну графончик такой, как бы. Ну, пиксель, понятно, что пиксельный, но... Но выглядит очень даже мило. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сейчас бы упал, блядь. А, значит, ты, короче, вот так вот, да? Ага. И вот, да. Уровень моего английского, да? Поняли, какой? Ты, значит, этот самый, да? Вот так вот, короче. Поторопись. Ну-ка, что это такое? Капелька. Так, вверх, вниз, короче, я могу только вниз передвигаться под действием гравитации. Что это такое? Что это такое? Смотри, какая-то хуйня ест что-то. Так, я даже не вижу смысла читать что-то, пытаться. Так, меня не сожрут. Ты застрял типа в этом месте или что-то типа того? Так, я могу вверх передвигаться. Это кто? Watch out! Осторожно, типа. Это выглядит... Do not want to... Короче, не знаю. Опасность, типа, я не смогу предугадывать. А, она говорит, типа, вот... Там острые вот эти штуки, типа, аккуратнее. Really? Короче, он что-то говорит, что типа он приблизился к своему сну. Типа, я надеюсь, что Лондон is capital of Great Britain. Что-то я, видать, собрал какое-то. Какую-то штукенцию, которая мне типа. Возможно, тут прокачка какая-то есть. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Окей. Говорят, тут механика хорошая. Типа, интересная. О, понятно. Я все понял. Это кто такие? Смотри. Роботы? Пуш. Понятно, ну-ка. Вау, little guy. Ты, значит, такой, короче, вот такой, да? И чё? А, я должен пододвинуть, типа, её. Так. И прыгануть. Ну-ка. Чтобы помочь, типа, себе, да? Кто-то там чё-то... Ё-моё. Так это зомби, что ли? И тут зомби уже. Сука, даже тут уже зомби. О, но! Отстань.
Отстань от меня. Я не знаю, кто ты. Как его бить, кстати? Ой, все, не, нахуй. Мои попытки перевести это прям вообще. Я лучше признаюсь, что я лох, и неплохо у меня с английским, чем, блядь, пытаться сейчас вот корчить из себя что-то какого-то. А, вон оно что. Так, ты бить меня будешь? А, я вот сюда сейчас просто сольюсь. А он типа не понял ничего, да? Все, короче. Обманули за зомбаря на 4 кулака. Так, я могу тихонько как-то? Вот так, да. Какие-то, короче, зомбари и таракашки. Ну-ка, брысь. Зомбари какие-то. Уже и тут даже. Зомби это всегда была классика. Это прям, ну... начинается. Все понятно. Ладно, хоть оно не с чекпоинтов начинает, а как бы, ну, сразу тут, с того места, где ты, собственно, и зафейлился. Убегай, убегай, убегай сразу, сразу убегай. Все, я не увидел. Я пока на жизнь смотрел. Еще разочек, давай. Вот туда. Пойдет. Так. Вон туда надо, я вижу. Все понятно, не допрыгнул. Так, если он точку показывает, я понял, точку показывает, типа приземление, то значит я туда допрыгну. Ну, тут не показывает, ну-ка. Ну, я допрыгиваю. Так, стой, давай попробуем вот сюда. А потом вот сюда. И всосемся. Всосемся и... Ага, понятно. А тут что? А тут ничего. Тут тупик. О-о-о, тише. Так, секунду, надо подумать. А, вот сюда, вот, все, я вижу. Сюда. Я прав? Ни черта не видать. Ни черташечки. Так, секунду. Так. Вот сюда. И вот сюды. И вот сюды. А кто этот голос? Типа, а? Не совсем понял. Типа, моя внутренняя какая-то это. System detected. Чё за Саурон, блядь? Ты кто? Ты кто? Должен появиться злодей. Да? Но раньше я не видел этого места. Выглядит как эксперименты. Грязное и чего-то там. Что тут делают? Возможно, я не прав с переводом. Поправьте, если
Не прав. Так. Так. А, все, вкурил, как это работает. Вот. Как-то так. Ну-ка, дотянусь. Дотянусь. И отсюда вот туда. Ах ты, блядь, смотри-ка. А, не, все верно. Получилось. Тут что за провода? Это что за ебанина? Стоп. Вау! Ты испугался? Мы за какого-то слизняка играем. А, и чё? Подожди секундочку. 5 булькнулись в какой-то... В какой-то контейнер булькнулись. И чё, сейчас меня в это блендер? Хлобысь, хлобысь, хлобысь. Пока как-то все абстрактненько. Пока не особо понятно. И чё это? Видать, я левелапнул. Левелапнул я. И опять я куда-то в потусторонний мир какой-то переместился. Так, ну давайте, ладно. Это что такое? Хлобысь и... Ага, ага, все, понял, ага. Типа я... Нифига, механика интересная. Хлобысь. Что я могу делать? Стой. Ну-ка, дай-ка я попробую наверх как-то. Короче, прежде чем нас, типа, отпускать в реальный мир, нас, типа, перемещают в какое-то подсознание или что-то типа того, где мы, типа, тренимся. А для чего мне это? Ну и чё? Окей. Непонятно. Мне нужно дойти в этом... Докуда-то. Типа я тыкаю Е, и он у меня типа тр-тр-тр-тр вот эту хуйню выдает. А, до сюда может дойти? Непонятно. Самое обидное будет, что я сейчас вот, если игруха мне прям зайдет, она мне понравится, и я пойму, что ее, ну, невозможно будет проходить из-за того, что на английском языке она. Ну, то есть, нет, можно ее проходить, но методом тыка это абсолютно, ну, полная шляпа. Я так только в детстве проходил на Соньке первой игры, потому что, ну, выбора не было особо там, и русификаторов не было, просто как бы играл. Так, я не знаю, короче, насрать все на это. И чё, я... Как мне передвигаться-то, йоу? Оно меня ударит, если я вот так как-то... Все понятно. Просто как бы механика уже становится поинтереснее. Становится поинтереснее. А, все понятно, типа, то есть это как я с башки могу, типа, подпрыгивать. Ага.
А, я могу еще и типа у трупов сканировать. Да? Информация вообще, конечно. Все, понятно. Да, это типа как обучалка. То есть мы как-то перемещаемся куда-то. Нас учат какой-то механике. Я думаю, в дальнейшем точно так же и будет. Ты в порядке? У тебя твое тело поменялось. Что за машина? Что-то типа, как ты этим управляешь или что-то типа того, она спросила я. Пока как-то не совсем понятно, что здесь произошло. Понятно. Иди сюда. Такое ощущение, что здесь какая-то исследовательская станция какая-то, типа того. И на ней что-то произошло, какая-то дребедень. Ну, типа дума. Что-то типа дума, вот да, вот, наверное. Я имею в виду не по механике, по именно по сюжету, по, как сказать, по происшествию. Что типа тоже что-то произошло такое. Заражение какое-то. И вся лаборатория, вся... Чё? А, понятно. Так, я понял, сюда мне тут вообще толку нету. Я так понял, сейчас механика будет завязана именно на вот этих вот чупакабрах. Подожди-ка, секундочку. Ну-ка дай-ка я тебя на башку напрыгну. Ты вниз спрыгнешь? Так, стой. Я тебя вниз спустил. Ну-ка, давай теперь. Кати меня. Так и подумал. Все, благодарю. Подожди секундочку. Там что-то она написала. Блядь, ты-то еще кто такой? Ты не заденешь меня? А-а-а, вы еще по стенам передвигаетесь, а? А-а-а, уходи! Так. Мужчина, 20 лет. Какая-то инфа бесполезная. А-а-а, уйди! Уходи, блин, говорю же. Так, хорошо. Так, нет, уходи, пожалуйста, отсюда. Получится как-нибудь. А, я ранен. А что такого? Я же без шипов на нее прыгнул-то. Ням-ням-ням-ням-ням. Так, я что-то не понимаю. Как мне нужно быть? Встать могу? Встать не могу. Хорошо. Может быть тут что-то?
Так, а у меня управление это все или еще что-то есть? Я что-то вот, вот этот момент не разобрал. Тап, вроде бы все. Так, ну хорошо, как-то... Сейчас попробуем, может быть. Вот электричество показывает, типа здесь. Вверх я не могу передвигаться. А тогда... Тогда не понимаю, чего надо-то. Что-то, видимо, назад как-то возвращаться. Давайте на башку приклеимся еще разок. Прочитаем. Loaded. Вот об этом и речь, господа. Когда я говорил, что вот... Вот как это проходить? Может быть, вот здесь сейчас что-то написано очень важное. Что-то, то есть, это нужно либо переводить, либо еще что-то. Ну, короче, на английском языке это тяжело все в это играть. Либо методом тыка, но интереснее же, когда ты сюжет понимаешь. Он пишет, что типа... Про звуки что-то, типа, опять это... This place is drinking. Ну, типа, это место выпивает меня что-то полностью. Что-то типа того. Ну, короче, кукуха у него съезжает. Давайте, ладно, вернемся назад, попробуем. Попробуем, не знаю. Стоп! Как-то попробуем, наверное, еще разок приклеиться на вот этого гражданина. Ну-ка, чё ты? У тебя какая инфа? А, мужчина 29 лет. Боже, я хуй знает, что это значит. Ну-ка, давай попробуем. Ты залезть сможешь? Или он сам залезет? Типа меня увидит и такой... Что с тобой делать-то? А, вон, подожди, там щиток какой-то. Может, щиток? Хотя вроде меня не обучали ничего такого. Ладет. Нет, это опять ладет. А как я урон-то? Я, то есть я так всю игру и буду бегать, что ли? Прыгать, типа, и все. И пиздец. Урон-то я могу наносить как-то? Драться, биться? Или я вот так вот и буду... Всю жизнь бегать, блядь. А-а-а! Все понятно, еще разок. Ну-ка, вот же, дай-ка я тебе прям... А-а-а, вон оно как. Ни хрена. Так то есть я на всех могу прыгать так? Прикольно. Ты прикинь? Как необычно. Ну-ка назад. Нифига! Я-то думал, только на человеков можно прыгать. Оказывается, я вообще на любую дрянь могу запрыгнуть. Интересно. Все зомби, причем до одного. Чё ж вы такое тут наворотили-то? А, я должен вон он еще. Ага. Хуя случайно его просто захватил. Так, погоди, и чё? Там я могу как-то пройти? Нет. А это что такое? Вы не кусаетесь? Так, подожди. Хоть.
Нет, что-то я, подожди, я не то сделал. Надо вот сюда. Вот так. Я же допрыгнул, правильно? Блять. Или, подожди, нет, не так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. И вот так. Чё такое? В смысле? А чё, почему я его? Да что? А что не так-то, ёб твою мать? Повреждаюсь почему-то я. Но мне быстро это восстанавливается. Ладно. Тр-тр-тр, типа человек, да? Так, ну, да. Окей. Ну, подожди, давай. А, да, стой, стой, стой. Что-то дай-ка просканирую тебя. Может, у тебя что-то. А, без толку это все. Это типа, наоборот, их мысли читать, типа того, да? Ну-ка, брысь. Не трогай меня, нахуй. Так, теперь в другую сторону мне надо. Мне надо в другую сторону, так, по такому же принципу. Вот так, да? Теперь так, теперь вот так, теперь вот, блядь, так, вот так, вот так. И вот туды. О, божечки, кто ты? Что это такое? Что это значит? Let me go! Отпустите! Ты укушен! Squirming. Screaming. Out screaming. Что это такое? Squirming. What less do you want from us? Что вы типа хотите от нас? No! No! Это что такое за криокамера, блядь? Я не хочу туда. Let me out, выпустите меня. Так, они его убили, это я понял. А чё это за камера такая? Еще один типа в пизду. Да. Чё-то там. Ах вы ублюдки! Унти? Что унти? Ну, типа... Пути! Не путю! Типа того они хотели, да, сказать? Что за... Типа дым? What? What is this? Что это такое? Отпустите меня! Выпустите быстро, блядь, сейчас. И они такие все... И вот, собственно, что и произошло, значит, да? Ну-ка, давайте просканируем его. Мужчина 24 года. Let go of me. Let go of me. Let me go. Отпустите меня, отъебитесь, типа, от меня. Что-то типа того. Вот как это, типа, выглядит. То есть, какой-то что-то дым, какая-то хуйня... произошла, и они все попревращались в зомбарей. А до этого они все равно тут мутили какое-то дерьмище. Вот это то ли криокамера какая-то, хуй знает. То ли они его заморозили, то ли они его сожгли. Вот еще два красавчика, собственно, вот эти вот. Гомосека, которые и пытали. Ну-ка, подожди, да, я просканирую быстренько вас. Ничего не пойму. Так, ты меня не ударишь? Не ударишь, типа, я твой, да? Я... Ага. Тише, 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 тише. Крокозябрину. Давай мы перепрыгнем с одной крокозябриной на другую.
Ну-ка же, ну-ка, что в башке у этой кракоземлины? I'm scared. Я испуган. Так, хорошо. Хорошо, давай теперь... Ого! Прикольно. Чё, ты тоже испуган? Так, а как стрелять? Можно стрелять как-то? Бля, она ж плюется, йоу. Как-то... Я могу как-то... Плюнуть? Нет? Так, понятно, я... Возможно, можно как-то, конечно, плевать. Вот так. Но я еще не понял, как. А, конечно же, блядь. У меня жизни безграничные. Так, повернитесь ко мне башкой кто-нибудь. Вот ты. Так, отлично. Иди, блядь, да что ты? А, да блядь, оно не останавливается, блядь. Это обезьяна, блядь. Ходячая. Блять, еще камера, ты чё, блять? Так, еще раз. Управление тут, короче, вот этими вот существами такое очень. Как по льду, блять, скользишь. Вроде уже отпустила, она все идет куда-то вперед. Стой! Вот так. Тихонько тогда, раз все так печально. А кто ты, вот это вот кракозябрина? Короче, тут тоже по принципу, за что боролись, на то и напоролись. Что-то какая-то организация, что-то, видать, химичила и дохимичилась, блядь. И вся повымирала. Вообще, люблю такие сюжеты, что какая-то лаборатория, и вот она что-то там хуярила, что-то какой-то вирус у них там вскрылся, пшикнул, и вся лаборатория по пизде, и ты такой туда заходишь, а там здоровенная организация, и она вся вымерла. И там наполнена просто всякими существами, всякой дрянью, которая, собственно, там бродила, и ты ходишь там, разбираешься, вот это все читаешь, очень интересно. Так, ну чё, то есть на тебя надо прыгнуть, да? Пизда мне. Ага, может вот туда прыгнуть? Ну-ка. Это как? А ну-ка, кнопочка. А, да? А, да, кнопочка, смотри-ка. А-а-а, всё, я понял. Как-то так. Блять, и на последнем месте. Ай, ты сука-то, а. Как-то так. Ну-ка, давай попробуем. Чуть подальше, вот так как-то, наверное, да, сделаем?
Присосались. Что? Что он сказал? Он хочет сделать еще одного? Он самоубийца. Типа, это не подконтрольно человеку или что-то типа того. Маленький человек, литл парень. Короче, понятно. Блядь, лучше бы ее, конечно, русифицировать, потому что... Ну, слушайте, игрушенца так-то интересненькая. Геймплей не такой прямо, ну... Не зашоренный геймплейчик-то. Так, что-то еще я, да, поднял? Сейчас нас еще чему-то научат, нет? Все, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Даже не будем читать. Короче, геймплейчик довольно-таки интересненький. Не самый такой заурядненький. Но вот то, что тут вот нету русского языка... А эта хуйня меня не урон не наносит? Какие-то колючки. Ой, все сломал нахуй. Все сломал к чертям. О, все вообще, все пиздец. Ой, все, блядь, все. Это что-то типа, короче, головоломка, типа того что-то. Так, ты живой? Да, он живой. Он живой. Давайте глянем, что у него в башке. Мужчина, 53 года. Что-то там он матерится, короче. И для чего ты тут такой? А, стой ты, блядь, ты чё меня сейчас грызть будешь еще? А, хорошо. Так, мне надо туда. Как это сделать? Мне надо вот это где-то сюда бросить, да, наверное, я думаю. Доползти отсюда сюда. Или как? Давайте попробуем. Возможно, я... Блядь! А возможно, я не прав. Сейчас измельчим. Не-не-не-не-не, что-то слишком, по-моему, далеко. Еще разок. Поближе. Сюда, вот так. Ну-ка, давай прыгнем. Ох ты ж, блядь! А, да, все, все чётенько. Все получилось. Это барабашки эти. А! Стой, блядь! Чё там у тебя в башке барабашка? My feet!
Моя нога или что-то типа? Моя ступня? Или моя еда? Или что-то типа того? А ну стоям, ва. Разворачивайся. Блин, они неуправляемые какие-то. Ну-ка. То есть я вот так тыкаю, нажимаю остановиться, а оно, сука, не останавливается. Конечно же, конечно. Ладно, хоть с чекпоинта началось все. Вот так, а теперь... так вот. Разворачивайся, разворачивайся. Разворачивайся. Стой. И... Морда поросячья, блядь. Ха! Стой! Стой, блядь. Стой. А, тут еще ты, блядь, ну-ка. Что-то типа путешествия или что-то типа того? Бла-бла-бла. Ты кто? Ух ты ж, ебаный. А, мне надо что ли приклеиться к этой штуке? Ну-ка, да. Блин. Еще разок. Надо вовремя, короче, к ней приклеиться. С нужной стороны, блядь. Так, и раз, два, три, четыре, и раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, и раз, мимо, все, в пизду, и раз, три, четыре, и раз, мимо, нахуй, еще разок, раз, и, сука, мимо, ну-ка, еще раз. Сука, а что не так-то, блядь? Улетел, смотри-ка, а, чётенько. Так, надо вовремя, короче, спрыгнуть отсюда, нахер. Прикольно. Я в печку выпрыгнул. Короче, понятно, ладненько, ребзя. Это все залипалово, что я думаю по счету этой игры. Была бы русская версия, можно было бы, в принципе, ее пройти. Я даже, наверное, погуглю маленечко русификатор, и мы по новой ее, думаю, пройдем, чтобы понимать, что здесь происходит. Так, довольно интересная. Если вам зашла игрушенция, тоже вы пишите в комментариях. Ну а на этом пока что мы закончим. И если понравился выпуск, тогда жми лайк, комментируй, подписывайся на канал и делись роликом с братюнями. Также тыкай колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Ссылка на плейлист, социальные сети и дискорд в описании под роликом. Ну а на этом у меня пока что все. Увидимся с вами в следующих прохождениях. Всем пока!